Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень интересное, вкусное блюдо, главное, самых простых продуктов. Давайте приготовим. Для фарша я взяла 500 грамм бедра, то есть филе бедрышек куриных 500 грамм. И одна луковица небольшая, тут 100 грамм по весу. В общем, прокручиваю все через мясорубку. Фарш мы подготовили. Нам осталось посолить, поперчить и добавить один зубчик чесночка в наши наггетсы. Вот так. Так, перекладываю фарш в удобную посуду для того, чтобы хорошо вымесить. У нас тут 0,5 килограмма фарша, лучок 100 грамм, ну, примерно 1/2 чайной ложечки. Вот так, 5-6 грамм соли. Это нормально. Вы солите по вкусу, если вам мало или много. 1/3 чайной ложечки черного молотого перчика. Вымешиваем хорошо. Раза в 5 отбили, все, фарш готов. Я возьму муки, у меня тут вот таких вот 4 ложки, по весу 100 грамм, я все взвесила. 200 грамм воды, вливаю половинку, соль, 1/3 чайной ложки. И за мою ложку беру венчиком и размешиваю. Сразу всю воду не добавляйте, так у вас комочков не будет. Смотрите, замесили вот таким вот образом, потом остальную воду выливаете и дальше венчиком вот так вот. Все, тесто у вас за 2 секунды готово. Сюда мы будем наши котлетки макать и выкладывать на сковородку. Нам потребуется стакан масла. Можно налить и на глаз, но я вам даю точный рецепт. Стакан масла для жарки наших наггетсов. Рецепт, как всегда, под видео в описании. Сковородку я поставила на плиту. Включаю на всю, чтобы разогреть. Потом убавим конфорку. Подготовили водичку, смачиваем руки. Делаю так, беру фарш в руки, ну, так, чтобы было удобно вам. Я делаю вот так вот раз, вот кусочек оторвала, и сразу он кругленький получается. Отправляю в жидкое тесто. Опять оторвала вот так вот и отправляю в жидкое тесто. Я думала, вот это будет большой наггетс. Вот так вот раз и отправляю в кляр. Где-то больше, где-то меньше, не страшно. Водичку отодвигаю, чтобы ничего не мешало. Руки вытираю, чтобы не капнула вода в сковородку. Теперь делаю так. А теперь руками достаю. Вот так вот лепешечку сделала. Прям в этом кляре. И выкладываю на сковородку. Раз. Опять беру в руки. Прижала такую котлетку тоненькую. Вытираю этой рукой, чтобы не капало. Вкладываю в сковородку. Вот так. Я буду жарить быстро, буквально 1,5 минуты с каждой стороны. Мы их делаем тоненькие. Вот так. Итак, я буду жарить все наши наггетсы. Теперь я конфорку убавлю, ну, где-то на 12. Все, мы разогрели хорошо, у нас тут все жарится. Иначе они у нас горят быстро. А надо, чтобы медленно горели, да, Яре? У меня прошло 1,5 минуты именно вот от первых. Первые переворачиваю аккуратно, раз. Вот так вот беру и переворачиваю. Вот эти немножечко подожду. Еще 20 секунд. Конфорочку я убавила на 12, повторяю. Прошло 1,5 минуты. О, просигналила. Вот так вот. Все, засекаю еще 1,5 минуты. Ну, перевернем еще разок. Вот так. 30 секунд максимум. Ждем, иначе весь сок вытечет. Видите, уже сок пошел. Брызгается. Вот такие маленькие котлетки мы с вами приготовили. И так жарю остальные. Отлично, вот первые можно перевернуть, уже 1,5 минуты прошло. Вот так, отлично. Готовьте, пробуйте рецепт, как всегда, под видео в описании. Все, жду еще 1,5-2 минуты. Прошло еще 1,5 минуты, переворачиваю еще буквально на 30 секунд. И будем изымать. Ну, а нам осталось дожарить наши наггетсы и подать на стол. Эш ты, Ромалы!
Чава балероем подарю заловушке. Ой, дари-дари-да, дари-дари-дари-дари-дари-дари-да. А мы чава балероем подарю заловушке. А запрягай-ка, а дядя лошадь, ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал, не забываем про Яндекс.Дзен, заходить подписываться. Ну и всем пока-пока!